Легкий способ бросить курить. Не давай табачным компаниям набивать себе карманы. Бросай курить, бросай. Жми на ссылку в описании. Аня, Аня, иди сюда. Привет, мы в бассейне. Аня, снимаю трансу. Да. Мы просто, короче, только что фотались. Мы в бассейне. 4. Я только начала снимать. Аня там плывет ко мне. Вон где она, я не вижу. Привет, Кристина. Мы, короче, просто только что фотались. И я такая, ну пока руки сухие, можно. Как вода, заебись. Просто там еще пальмы, там так красиво. Там взрослые бухают, Аня ко мне плывет. А, господи, жизнь. Класс. Господи, я какая-то обкуренная женщина. Где Аня? Аня! Скучно. Скучно вообще, по сути, вот и поэтому я снимаю трансу. Куда ты меня уплываешь, ты женщина? Нет. Я как-то, знаете, если я фоталась только что, то... Вы где конкретно? Мы во Вьетнаме. На вилле. Ты знаешь, что Таран? Кто такой Таран? Кто так? В смысле, что? Кто такая? Кто? А, ну я поняла, что это девочка. Что девочка? Блин, она с этой Дашей Титовой общается. А, все понятно. Карина. А, да, поняла. Алиса, привет! У тебя написано «Дочь Таран». В смысле, что? Ай, Аня легнула, мразотская. Ну да. Там еще горочка есть. Да, по сути, пусть нам водопад включит. Он такой красивый. А это Аня. Ты такая вся в квадратиках, и ты так мило. Его Сёма зовут. Ой, Сёма, я путаю. Во сколько времени? Сёма, ты купаться? 6 часов 13 минут. Ты стрём. Я? Да. Алиса, ты я что? А, ты в каком номере? Я 119? Какой-то листик. Нет. Ну иди вон, если не разговариваешь. Смотрите, там детская горочка. Да, давно уже. А там вон фонтан, там еще горочка, там фонтан. А это Сёма. Маленький зайчик. О, боже. Таиланд. В смысле? Это типа у вас сейчас такие разборки между собой, что ли? Мы рады. Очень. Что пела? Господи, ребят, я пою как песню. Бы академический вокал. Это... Привет, Даша. Это не эстрада. Тут-то, кстати, мелко я там стою, так я думаю, коленками сейчас уже... Это один палец, ей сказали не нырять. А, ну. Я, конечно, да, у тебя друзья, сучки. Где были, девчули, красули? В смысле, кто друзья? Какие друзья? Я вообще не поняла. Эта девочка, я не знаю, кто это, на профессиональном трансу. На Кокорином. Пригласите читателей, а то это... Ой, так прикольно, бурлит. Что ты сказала? Девочки, кто, блин, это... Ты ее знаешь? Дарья Шарабарина. Нет. Я тоже не знаю. Шарабарина? Это кто? Ой, ты. Блин, это кто? Я просто не понимаю, что вообще в этом мире происходит. Они в Твиттере поделились. Приколюшка. Тут свет. Ань, скриньте, пожалуйста. Нас смотрит один человек? Три. А, да? Ну, издалека похоже на один. Что? Уже заскринили, класс. Что? Вы откуда? Мы из Иркутска. В смысле, Кать? Что, Кать? А зачем скринить сейчас? А или, может, у вас лаги?
как дела у тебя? Да все супер. Аня, ну что такое-то? Иди сюда, куда сюда? Аня, что это за гимнастика водная? Ко мне. Да я не могу, вы откуда? В смысле? Сука, убью. Мы, вообще мы из Иркутска, я же сказала уже. Кстати, водичка такая прикольная. Ну, она светится. О, я прям на фонаре. А, это прикольно. Да скриньте кто-нибудь. О боже, я урод. Что делать, когда ты урод? Посмотри на меня. Ты хотя бы худенькая. И красивая, и маленькая. У тебя нет прыщей, отвали. Да-да. Аня мразота. Сейчас, по сути, я назад так не могу. Не надо! Что за дела, я не могу назад перейти? Ну что за дела? Хватит, да, тут просто мелко. Ты посмотри мне по пояс тут. Вон, смотри, сейчас. Ты перевернулась. Она запуталась в своих волосах. 3-4%. Что это за гимнастика, девушка? Ну хватит тут свои гимнастические волосы показывать. Максимум, что я могу, блядь. Аня, типа, ты хочешь сказать, что выше? Кстати, я не выше Ксюши Тодоровской, потому что у нас вон там в конце, нет, не вон там, вон там в конце, там, короче, глубина 1.60 м, а я ростом 156, как я уже говорю, и нам, мне просто вот столько вот, я встаю когда на полный рост, мне просто вот столько не хватает. Я такая, блин, я что, 1.55 м там, или просто 1.50 м, наверное. Так что я такая, прекс. Что это за девушка-бомба вообще? Вы слышите, как водичка шумит? Она выливается. Смотри, мои жирные руки. Ай, напряги бицуху сзади, пожалуйста, побрать. Вот так вот две руки напряги и волосы убери свои. Сейчас. Ну я вот так сделала. Да, вот сейчас, подожди, давай, вот стой. Это не так делала, ты просто держалась на руках. Вон туда я сейчас. Да нет, Аня, вот здесь стой, потому что тут свет. Да я не могу так. Так. Вот видите, короче, у меня торчит какая-то... Вот так, пиздец, Аня, у тебя прям скелетон торчит. Отвечаю, у тебя все видно. Давай. Так видно. Да, вот так у тебя не хат, там эта косточка видна. Блин, Ань, ну хватит. Пиздец. Скелетон. Она такая говорит, типа, смотри меня тоже так сзади со спины. Она такая просто поднимается, у нее там то бицуха, да, вообще просто, я не знаю, выше, чем ее голова больше. Либо там у нее вот эта вот косточка торчит, и такая, ну ладно. Коко Жанга. Что ты мне волосы выщипываешь? Я думала, ты сейчас не выщипать. Все вышли с моего смеха, понимаешь? Все тащи с моих танцев. Два человека. Вернусь на камеру. Аня, ты свинья мразотская. Ой, иди в лоб, я не свинья. Ты мне лезь телефон за хера, захрюнила. Хрюня. Водяная. Морская свинка. Тут фонарик такой теплый. О, ты здесь? Когда ты гимнастка? Йо-го-йо. Ладно, мы это, пошли. Нет, не пока. Давай будем прыгать в бассейн. С телефоном. У меня этого не кончаем. С айфоном шестым. Нормально. Катя, сколько времени?
18:21. Мне нормально вообще. Да. А у нас во сколько ужин? Ой. Нам еще долго тут. Да. Короче, всем покеда. Я жду людей.